Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины, описание этих картин. Николай Кошлев. Первое число. Сцена из чиновничьего быта. 1862 год. Первоначально работа называлась 20 число. В этот день госслужащим выдавали зарплату. Но потом название почему-то поменяли. Как видим на картине, зарплату свою глава семьи домой не донес. Перед женой лежит его пустой кошелек. Часы показывают почти 7 часов. Слева в зеркале отражается створка окна и падает утренний свет. Вероятно, женщина так и ждала мужа, не раздеваясь. А чиновник заявился домой только под утро. Картина довольно интересна обилием деталей. Художник показывает нам семью, которая на первый взгляд откровенно неблагополучно не выглядит. Обстановка небогата, но не откровенно бедная, скорее мелкобуржуазная. В комнате хорошая мебель, герои прилично одеты и вполне могли бы быть счастливы, если бы не легкомыслие супруга. Львиная доля населения крупных городов жила в долг в то время, особенно в столичном Петербурге. Почти все люди платили за аренду жилья, за товары часто отдавали деньги не сразу, а записывали купленные в так называемые заборные книжки. А потом погашали общий счет. Подобные отсроченные платежи помогали перебиться в случае внезапных финансовых катаклизмов. Однако при постоянных финансовых трудностях долги только росли. Позади героев портреты из старых добрых времен. Позади несчастной жены некая благообразная женщина, у которой в руках, судя по очертаниям, два голубка – символ любви и верности. Позади непутевого мужа не менее благообразный старец с книги, похожий на святого. Судя по всему, это могут быть и копии известных картин. Ну а слева на все это безобразие взирает император. Ну вот такое описание к работе Николая Кошелева. Первое число я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Смотрим на картину. До свидания.